Все, погнали. Что-то тут какие-то сложные задания. Я всю голову ломаю, 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 ломаю. Не получается. Ищу, ищу всякие эти загадки. Да вообще, блин. Так, мы летим, да? То я в этом ищу. Блин, я тоже не могу пройти некоторые задания из-за того, что у меня платной версии нет. Была бы скидка какая-нибудь, еще можно было взять. Но там скидка будет в конце этого месяца, там этот... Что-то она там 1990, что ли, стоит, да? Да, да. Ну там да. Две компании. Там надо, там какую-то из них надо взять, или две. Там два дополнения к этой игре, короче. Вот. По-моему, одно 1200, а другое вот как раз-таки, по-моему, 2. Или это все вместе 2, я не помню. Я тоже сегодня открывал, смотрел, думаю, блин, 2000, ну нахер. Надо скидку ждать. Что ты сделал для Осириса сегодня? Скоро этот хэллоуинская распродажа будет. Вот, может быть, там будет какая-нибудь 75% скидка. Вот это да. Ну, может быть. 50, наверное, точно будет, но если 75, то вообще классно. Ну вот я на Меркурии, он контракты предлагает. Завершите патрули, завершите приключения. Вот, да-да-да-да. Завершите вот эти, открытие еще... мероприятия. Да-да-да-да-да. Этот надо выполнять. Не то, чтобы это, я так понимаю, это все на Меркурии но... надо выполнить, да? Да-да-да. Сейчас я прилечу. Давай. Да ты загружаешься быстро. Я, как всегда, 3 года. Сейчас я должен появиться. Угу, я здесь. Эх, у меня сколько предметов-то всяких разных, офигеть. Че, ты взял задание-то? Да. Может, к вам в портал телепортнуться? Ну, я у него уже все брал, он мне уже ничего интересного не расскажет, да? Ну да, он только контракты дает. Открытые сундуки на Меркурии. Блин, у него еще и броник можно брать, который он предлагает на своей планете. Ну вот приключения, ну, приключения. Можно вот приключения сначала выполнить сейчас. Поручение возьму. Все, взял. Так, я отметил. Завершенные приключения, да. Допустим, патрули вот у меня. Два штуки. Изменят мир. Я расскажу всем о своих... Приключения, вот бегун, да. Баг в системе, и что-то вверх, и основа вверх. Вот можно древо вероятности пройти на лед, вот мне как раз надо. И сад тоже пройти. Это на лед, а нам на лёды тоже надо проходить, да? Да. Известно. Два. Например, что стражи не уважают. Патрули вроде не сидят, выпьем. Погнали на лёд. Открытые. А нам на лёды не нужно проходить на этой планете. Откройте для себя Мектурий. Нужно приключения, патрули, затерянные сектора и открытые мероприятия. А этих тут нету. То есть сектора, патрули, мероприятия, да? Вот можно приключения вот эти вот пройти. Мне известно много. Какие? Например, что? А, вот бегун, баг в системе, да? Да. Погнали, вот сейчас. Вверх и снова вверх. Вот это тоже. Начинай любой из них. А, это надо до них добежать же точно. Я их отметил на карте. Я, кстати, вижу твою метку, интересно. А, твою не вижу. Какой мы бежим? Бегун? Приключение. Сейчас скажу. Бегун, да. Ну все, сейчас я тоже. Ох ты же! Блин, я разбился. А ты сейчас... А, я понял, ты опять в этой башне сейчас появишься.
Здесь технику невозможно призвать. Как так? Я чуть пешком, что ли, должен бежать? Здесь... Невозможно призвать технику в этой локации. Будет большая локация, чего же мне подготовку. Звездолет мне не могут дать. Вот, бегун, приключения. Приступить к игре. Я могу начать. Страж, давай, давай. Я засек бойца Кабал внутри симуляции. Он переносит зашифрованные данные из одной точки в другую. Ученый во мне сказал бы, что Вексы проводят тестирование непрерывного цикла, чтобы установить ориентир в массиве данных. Но для чего они это делают, я сказать не могу. Значит, пора нам в этом разобраться. Вексы тратят большую часть своей вычислительной мощности на эту симуляцию. Для них она очень важна. Если ты все это знаешь, разве ты не можешь отключить ее сама? А ты когда-нибудь пробовал управлять на расстоянии машиной с непрерывным циклом обратной связи? Выключатель — это ты. Вот и подберись поближе и действуй. Продолжайте движение вглубь бесконечного леса. Хера, меня сразу завалили, блин. Спасибо. Способность активна. О, я сейчас отъеду. Так, круто. Я не могу на... О, я свои собственные способности использовал. Короче... Ага, я не могу, да? Не могу. Видел, что умею, да? С мечом что-то? Да. Тоже какая-то фигня. Финтит мой череп умеет.
портал, теперь надо топать. Зараз, я не допрыгнул. Сейчас возродишься. Включил бы себе тройной прыжок. А у меня есть он. А, ну и все. А как туда не допрыгнул? Уже не успел, в последний момент просто прыгал. По крыше пиловой бил. Здесь боссы какие-то. Могут делать в лесу что угодно. Зачем тратить столько сил на симуляцию одного бойца Кабал? Зависит от того, насколько важен этот Кабал. Возможно, у него есть что-то необходимое для достижения их целей. Там где? А, ты уже убежал, а я сражаюсь тут. Иду. Он удирает. Ага. Надо его остановить. Это наш шанс. Ох. Мы с тобой еще не закончили. Краш убит. А, я сам себя взорвал. Так, посмотрим, что тут у нас. Ого. Этот код похож на вирус. Наполовину программа, наполовину органика. Как и вексы. Да, наверх как надо подняться. О, серьезно? Я какую-то текстурку поймал. Там сможешь запрыгнуть? Я на какую-то текстурку встал, и там можно запрыгнуть. Фиг знает, да. Что-то не получается. Тебе дали награды какие-нибудь? Да. А, приключения. Ну все, значит, я для тебя тоже открыл сундук.
Приключение завершено. Портал уже убежал какой. Ага. А чё, он, мы выполнили вообще это задание? Чё-то он мне показывает. А, все завершенные приключения. Чё-то он мне еще показывает. А, все понял. Да, поручение. Завершите приключение. Сделали. Сейчас можно два патруля. Завершите открытые мероприятия. А что, мы прошли разве? Да. А у меня что-то ничего не написано было. Вот поручение за идеи. Тут нет, тут много надо сделать. Чтобы выполнить задание, надо много всего сделать. Там же есть гал внизу эти задания, которые нужно выполнить. Завершите открытые... приключения, завершите патрули. Вот открытое мероприятие мы с тобой завершили. Да? Нет, да. Мы завершили приключения. У меня зелененьким приключением. Мы сейчас приключения проходили. У меня приключение и мероприятие одно. У меня осталось. У тебя завершить патрули и сектор пройден осталось. У меня открытых мероприятий еще нету ни одного. Ну, типа, одно нужно пройти. Ну, тут есть открытые пройдем. Мероприятия. Через 4 минуты оно будет. Долго ждать. Приближается открытые мероприятия. Начнется через 3.50. Редкое снаряжение, возможно. Может, с патрули пока посмотрим? Или затерянный сектор какой-нибудь? Затерянный сектор, это надо им надо нам их самим искать, короче, как я понял. Я на других планетах тоже пытался выполнить это, но не находил затерянные сектора. Можно патрули попроходить, вот тут, по-моему, есть один. Чё-то я не нахожу, походу нету. Налеты есть. Не, они по этот, на когда тап нажимаешь, когда с этим идешь челиком, он тебе показывает точки. Вот, начать патруль. Где? Имеющее отношение к Осирису. А где ты нашел-то? Вознагражу. Мало кто удостаивается подобной на тап чести. Нажал, и там показывается. А у меня ничего так, не показывается. Собрано смысле? Предметов. Но я просто уже начал. Там на карте оно не обозначается, когда на табе только нажимаешь. И все, миссия выполнена, круто. Что-то как-то слишком легко я ее сделал. Так, вот я тап открыл, и нету что-то. Меня завис. Есть. Где? Если справа, слева? Пошли за мной. Нет, ты говоришь тап, а где как? Ты объясни, чтобы я потом знал. Я сейчас понял, значок я покажу. Значок сейчас тебе покажу, как он выглядит. Да он далеко. А, вон он, да. Вот он. Так, а где отмечен? Ты мне так ничего не объяснил.
Так я тебе говорю, беги за мной, вот около меня сейчас значок этот. А как ты понял, что он там, вот этот значок? Потому что на табе он показывается. Когда ты таб нажимаешь, ты идешь за дроном с этим, со своим, и у тебя показываются эти... Ну, точки, где, короче, можно выполнять всякие штуки. Допустим, вот когда таб нажимаешь, у тебя то... Ну, когда ты выполняешь какое-то задание, тебе точка, куда идти нужно, показывается. Вот, и тут еще вот эти вот патрули показывают. То есть не только на карту надо смотреть, а с дроном с этим тоже. Так вот я на таб нажал, и что-то он у меня значки разные показывает. А конкретную точку не показывает. Вот я тебе говорю, беги ко мне, я тебе покажу, как оно выглядит. Ты долго бежишь? А технику здесь вызвать, конечно же, нельзя. Беги ко мне, я же у тебя отмечаюсь, вон я. Я тебя вижу. А, я нашел патруль, кстати. Нашел? Ну ага. Вот. Да, вон около тебя тоже вижу, значит, патруля по есть. По слухам, последователи Осириса за тобой приглядывают. А это боевая устрой миссия. Это боевая миссия какая-то. Нет, ты уверен, то, что был. Это патруль? Там написано, патруль был. Уничтожьте врагов, значит. Блин, это мероприятие началось. Нам нужно противников искать. Кто по нам стреляет? О, вон еще один. Минус. Можно к этому мероприятию, в принципе, добежать и там просто у них поворовать, так сказать. У них два мероприятия, 2.25, 2.24. Ты стоишь на нити, соединяющей прошлое и будущее. Подготовку к битве и победу в ней. Обнаружена история. Миссия выполнена. Да, завершенные патрули выполнились. Теперь нужно открытые мероприятия вот это сделать, наверное. Ну, здесь открытых мероприятий нету. Да? Вот мы его, по-моему, сейчас делаем или нет. А, у меня открытое мероприятие, да, он сейчас идет, но я уже сделал, мне надо затерянный сектор пройден, может, какой-то. Сейчас я сделаю, и можно будет пойти. Закрытый портал, 0. А, круто, а он неуязвимый. Электрический заряд. Теперь их нужно в эти порталы повставлять, да? Один портал я уничтожил. Ставь другой портал, вон. Он подсвечивается у тебя. Вот в этот. Где я? Ага, вижу. Нам еще нужно два портала. Куда вставлять-то, Я же тебе показал, я же там стоял на портале прям.
Вот он, у тебя подсвечивается 17 метров до него, вот. Я прям на нем стою сейчас. Так, теперь у нас два портала есть. Так, это мы выключили, а где еще? А, вон там 152 метра, что ли, это? Что это такое? Какая-то штука страшная. А, да-да-да, вот еще два портала как раз. Надо босса завалить. У меня три патрона осталось. Так, берем по шарику. О, вещь какая-то лежит. Так, это у нас плащ боевого богомола. Фига, у меня ничего не лежал. Я вот прям сейчас на нем стою, но я не могу его взять, потому что у меня инвентарь переполнен. Ну, это типа для меня вещи падают. Так, я выполнил. Ё-моё. Можно мне, пожалуйста, открыть? Завершено открытых мероприятий. Не, не выполнилось. Еще нет пока. Значит. Так вон отчет идет. Я не вижу, у меня нет ни одного открытого мероприятия. Отправляйтесь на остров, чтобы закрыть находящийся в нем портал. А, может, мы не доделали это мероприятие? Да, мы его просто не доделали. Опять надо два портала закрыть. Да-да-да, мы просто не доделали это мероприятие. Но оно через 27 секунд, походу, пропадет. Порталы. Отправляйтесь на остров, чтобы закрыть находящийся на нем портал. Блин, по новой, что ли? Типа это походу то же самое. Типа по новой просто дали вот это вот, типа закрыть еще два портала. Потому что я закрыл только один. А, вон босс появился. Надо босса сразу валить. Чтобы с него эти шарики выпали, и надо их закрывать этот портал. А у меня зарядов на базуку нету. Убейте владыку врат. Все, опять бежим в эту штуку. 350 метров. Так, нам в этот портал это не нужно. Нам нужно... А вот он. Ё-моё, 3 минуты нам на него дали.
А, у меня же есть суперспособность. Мероприятие завершено. Ты не только разорвал перекрестие, ты сокрушил врагов. Очень в духе Осириса. Ты сундучок взял? Вот там это и есть сундук, сейчас открою. А, тут их два, ё-моё. Первый. Второй. Все, я завершил мероприятие, теперь надо затерянные сектора находить. Ну да. Мне последнее, один затерянный сектор нужно найти. Это, по-моему, на другой планете. Нет, все на этой же. Мы же на этой планете выполняем. А, серьезно? Рассвет Меркурия. Мы же на Меркурии выполняем задание. Ага. Задание же. Исследуйте там Меркурий или как оно там так понял, называется. Понял, ну да. Ну вот, Меркурий же. Вот, теперь надо затерянный сектор здесь найти. Ё-моё, я куда-то А, это тоже со мной вместе. А, кстати, а эти приключения потом пропадают, да? Они больше не появляются, когда мы их проходим. Ну да, давай их тоже пройдем, наверное. Блин, нам нужно затерянный сектор пойти. Ну как раз и там может поищем, быть, нам может найдется. Может он нам... Или... Ну давай, давай тогда в баг-системе пройдем. Давай, давай в баг-системе. Так, я на него меточку поставил. Опа, тут какие-то штучки нужно собирать. Взять семя симуляции. Ты говори, если что, где такие лежать будут штучки. Я тоже тебе буду. Да тут я на разных планетах их нахожу. Всегда. Просто валяются по миру, бегаешь, они... Нет, я понял, но если что... в рандомных местах. Пока вместе играем. Чтобы я тоже подобрал. Мои датчики улавливают биоэнергетические сигнатуры глубоко в лесу. Лексы что-то замышляют. Их планы связаны с ульем. Войдите в бесконечный лес. Опять нужно в бесконечный лес идти. Надо в интернете посмотреть, что такое затерянные сектора. Значит, вексы симулируют улей, чтобы протестировать возможную реальность. У нас есть шанс спутать им карты. Иди, еще одна есть такая фигнюшка, вон лежит. Вексы не любят новые переменные в своих симуляциях. А ты где? Я уже убежал. Данные. А, нифига ты дали... А, или ты вообще... Нравится. Ты идешь по заданию, да нет? Да-да. Когда мы в чем-то соглашаемся. Ты что-то вообще далеко от меня. Да ты просто убежал, да. Я сразу на задание пошел. В этот портал. Войди в будущее.
Я так понимаю, мне тут надо противников валить. Продолжайте движение вглубь бесконечного леса. Я вроде здесь, а вроде не здесь. Тебе там как-то конкретно прилетает, походу, да? Ну да, да, нормально так. Все, я дверь открыл, дверь открылась. Открыть дверь. Новые артефакты плюс один. Страж убит. Я умер. У тебя тоже есть этот показал, типа плюс один артефакт? Нет. А у меня какой-то артефакт есть. Хрен его знает, что за артефакт. Ты сразу к двери пошел, да? Блин, их тупо можно пробегать. А хотя с них может дропаться этот лут. Ой, да, реально нагрудник не выпал. Зараза. Что-то упал? Угу. Блин, у меня гранаты нет. Блин, тут столько вещей падает. Я дверь еще одну открыл. Так, и тут куда нам надо?
вниз показывает. Улей постоянно адаптируется и эволюционирует. Породить новую мутацию для них так же легко, как для нас дышать. Вексы знают об этом и хотят использовать мутации Улья для своих нужд. Поэтому давай уничтожим эту симуляцию, пока вексы не извлекли из нее ничего ценного. Давай внесем в их уравнение неконтролируемую переменную и уничтожим их драгоценную симуляцию. Перебьем улей и пойдем домой. От этого леса меня в дрожь бросает. Атаки. Корабль идет. Ну-ка. Это все там 4 человечка вышло и все. Надо оборону держать, чтобы они не пробрались, типа что. Уничтожить бойца пуля. Взорвали мое подключение к симуляции. Нужно отогнать улей подальше от этой пластины. Барьер снова заработал. Давай искать еще одного циклопа. А знаешь, походу, почему барьер заработал? Почему? Потому что мы с тобой ушли. Я понял. Да, мне сейчас опять надо вот этого же убивать этого. Да, вон у него эта штука упала. Нифига, они пробиваются, бля. Отлично. Первая группа данных повреждена. Не опускай оружие. А я не смог тебя воскресить. Кажется, уже. Они снова хотят подраться. А, это вторая сильнее. Атака. Ну, сейчас мы их примем. Тебя там, это, бить скоро будут. Алло. Ай-яй-яй-яй. Еще один корабль летит. Нужно патрики взять. Ну чё? Да, лучше, конечно, туда далеко не убегать. А то опять отключится эта фигня. Они
другой стороны идут в обход. Ага, теперь с этой еще. Мое подключение к симуляции. Нужно отогнать улей подальше от этой пластины. Сколько ж бойцов улья может генерировать лес? Такое чувство, что мы на их родной планете. Мы как-то хотели это устроить. Вы пытались запустить симуляцию родной планеты улья? Ничем хорошим это не кончилось. О, новая цель. Так, а нам, собственно говоря, сюда. Ой, тут босс. Ой, тут еще что-то выпало. Еще один плащ. Лесу был посеян хаос. Ящик есть. Хаос. Бери. Это данные, которые собирают вексы. Где он наверху? Ты не провел мне с нашим стражем столько времени, сколько провела. Думаешь, я. Тебе тоже надо? Хаос для да, него мне ничего не пришло. Обычное дело. У меня сейчас тоже. А, вот сейчас только пришло будущее. Силовое оружие мне выпало. Приключение завершено.